спрашивают, да, вот за нее. Вот так она называется. Ребята, это просто находка. Я же вам еще раз говорю. Это даже не находка, это шедевр. Для меня. Смотрите, как я капусту сделала. У меня тут, не обращайте внимания, стирка, мирка, короче, ну вот, вот такое, да? Сейчас я вам покажу, как я сделала капусту сегодня. Вот так. Наверное, я эту капусту вытащу. Сейчас, минуточку, девчата. Это же надо все приготовить. Я же не могу заранее приготовить, а потом включать. Я же сразу... Я же сразу должна прям нажимать. И вот, ну, я не думала, что я буду... Сейчас я вам покажу. Короче, я вот так беру капусту. И вот так ее готовлю. Вот так я ее сюда. Горячая она только вот так. О, боюсь даже открывать. Вот так. Теперь. Вот так. Теперь вот так. Она сделалась на пару. Но так как я не могла ее туда поставить, да? Смотрите. Ау. Ничего нету, девочки. Только капуста, перец. Но мне кажется, что это будет так вкусно. Вот так. И я сейчас, я его потом лимончиком, там только чеснок, девчат. Соль. Чеснок, соль. Я перец не поставила. И чуть-чуть, и, наверное, это укроп. И вот так я буду сегодня обедать. Понимаете? И мне это аппетитно. А это же самое главное, чтобы мне было аппетитно. И она не как каша. Она такая, ну, хрустящая, короче. Мне нравится, девчонки. Вот так. И я приготовила для себя и для моей красотки, ой, рыбу. Для моей красотки, конечно, немножко по-другому. Для себя немножко по-другому. Сейчас я вам все, ой, все засвечу, все покажу. Так, это надо вот так. Везде вода. О, горячая, да? Вот так. Это я сделала для себя. Так, подождите, воду вылью. Вот кажется, что это так, суп, да не хочу. Вот так я себе рыбку сделала. Вот такая. У меня получилась рыбка. Вот я с удовольствием это поем. Сейчас я покажу для дочки. Для дочки я сделала чуть-чуть по-другому. Почему? Потому что туда масло там капнуло, да? Ну, тоже на пару, ребята. Так. Оливковое масло. У нее такая аппетитная рыбка получилась. Вот так. Вот так, девочки. У нее очень даже вкусная. Вот, девочки, мне кажется, что моя рыбка просто... Я тот день сделала, и мне показалось это так мало. Я хотела больше. Девчат, это просто рыба... Это рыба трески. Больше нету.
каким удовольствием я сейчас поем. Так что давайте, если хотите, приходите. Я вам тоже сготовлю. Девочки, 7 утра. Смотрите, 7 утра. Воскресенье, я тут сижу. На квартиру пришла. Сейчас я вам скажу, в чем причина. Мы же хотели как лучше, и мы поменяли, сделали другой интернет. Потому что этот интернет вам во вторник должен прийти. Этот интернет вообще он не загружает. Ну, я сделала видео, вот сейчас я вам покажу. Я сделала видео и поставила загружать, и все видео уже поставила загружать, и даю Эстеону, говорю, ну, хоть на квартире у нас хороший интернет. Он Кайтаночку должен был отвезти. На квартире оставил, говорю, телефон, пускай загрузится. Ну, пока он поехал, я думала, уже, наверное, загрузилась. Я взяла с другого телефона, который у меня есть, потому что они... У двоих есть творческая студия, у двоих есть все это. Я взяла, удалила. Вчера говорю, слушай, 11 часов ночи. Мои видео еще грузятся. Это что такое? Короче, с утра сюда приперлась, потому что хочу узнать, в чем проблема. Проблема в том, что не грузится мои три видео. Три видео. Одно часовое, другое часовое и другое. И мой мукбанг. Ну, значит, не суждено. Теперь я поняла причину. Мне не нужно было кадом идти, потому что если что, я сразу кадом уже. Потому что я их удалила. И в творческой студии я их удалила. На телефоне я их удалила. У меня вот программа есть. Вот, видите, да? Вот у меня вот такая программа. Я через эту программу делаю. Я все удалила. Нету. И в этом тоже... в галерее тоже удалила. Я же, ну, чтобы не занимала место, да? Так, я и там бумажник, или как-то у нас на испанском папилера называется. Там тоже удалила, девочки. Так что вот так. Как вам? Столько работы сделала. Я там макияж делала, вам показывала, короче. Ну, работы тоже сейчас не будем говорить, что это. Просто сделала видео, да? Потому что здесь же любая вещь работой называют. Хотя, девчата, я вам что скажу. Вот. Человек же не как праздник. Не постоянно же он в тонусе. Иногда всякое бывает, да? Иногда так бывает, иногда... Ну, мы же женщина, у нас гормоны скачут. Особенно у меня, я же совсем мало духа. Ой, короче, девчата, я не знаю, сегодня, если я смогу этот ролик сделать, смогу. Но тогда, знаете что, давайте... Тут у меня тоже есть стиралка. Но чем-нибудь займусь, а что? Сейчас я тогда пока вот это все... Я и искупаюсь тут тогда. Ну что, раз уже приехала. Уже стиралку хоть включу. А то тут... Тут опять все вот... Знаете, в каком смысле? Эстеван, кухами эта роба, порфа, евами ала косина. Тут тоже вот так получается. Кухай туда исту. Евате ала косина. Сын приходит тут купается после футбола. Муж приходит после работы, иногда заходит. Он же здесь недалеко работает. Тоже искупается, полотенце сюда, все сюда. Стиралку у нас никто не ставит. Ну, у нас вот такая жизнь, понимаете? Окей, у нас вот такая жизнь, девчат. Мы живем. Да? Так что вот так. А что делать, девчат? Вот. Буду ставить стиралку. Потом пойду с мужем тут кофе выпить, туда-сюда и загрузиться. Все проблемы эти были бы. Удалилась. Что теперь переживать, что ли? Просто тут не набирается стиралка, так как в доме. Вот так. Котят выпустила. Томасик в обнимашку с Кайтаной. Она его прячет, девочки. Вы представляете, какая она продуманная, моя дочка. Она берет, ждет, пока мы все на кроватку. Потихоньку встает. Что это? А ну, подождите. Заварку увидела, думала, что это? Это мелкую. Значит, здесь я чай ему, я дамчик пил. Она встает, девочки, потихонечку. Идет на балкон, берет собачку, как мышка.
и в кроватку. Там его под одеяло в эту жару. А вот если вы ее одеяло увидите, с каким одеялом она спит. Это вообще, девчат. Я ей говорю, ты что? Тебе не жарко? Она такая, нет. Теперь я знаю, почему она с этим одеялом. Она туда Томасика. Поняли, да? Как они храпят. Девочки, знаете, что я заметила? Вот сейчас, наверное, будет это звучать как-то не так, да? Я заметила, я чуть-чуть сбросила, ну совсем чуть-чуть. А я чуть-чуть подхрапывала. Мне Кайтана говорила, мне, когда я начинаю ругаться, там, вот, если он, ты храпишь, тырым-пырым. И Кайтана мне сказала, тетя, ты тоже храпишь. Я? Фу, ты что? Я как ложусь, вот так и просыпаюсь. Это неправда, но я так говорю. А у меня тут не то этот. Закончилось, наверное. Сейчас я посмотрю. А, чуть-чуть есть. Я вот этим пользуюсь. Он такой хороший, девочки. Тут совсем чуть-чуть. Ну, на полотенце нужно хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть сделаю. И я уже не храплю, девочки. Кайтана мне сказала, тетя, ты не храпишь уже. Я вчера на диване уснула. Представляете? Ну, со зрением. Вот сейчас эта стиралка... А, нет, вот так. Я уже забыла, как эта стиралка идет. Так. Я забыла, девочки. Вот так. И сейчас к нам звонит там, портабельда называется, поменять, короче, этот. Наконец-таки я сейчас поменяю, девчата, телефон, а с одного оператора на другой оператор поменяю, потому что это же вообще издевательство, девчат. Такие деньги плачу, интернета нету. Это что они? Смеются, что ли? Вот так стиралку включила. Все, сейчас, наверное, тоже голову помою. Девочки, вот чистая голова, да? Мне просто надо укладку делать. А укладку вот надо таки или не мыть. Завтра помою. Завтра мне к врачу. Да и завтра надо будет помыть все равно. Хоть сейчас помою, девочки. Вот такая у меня, вот такие у меня волосы, потому что они крашеные. Когда, я помню, свой цвет был, да, девчат, да, я лохматая могла, я расчесываю, потому что у меня очень много волос, да. Я лохматая могу проснуться, все, да. Но я расчесывала раз-раз-раз, вот так наверх делала, и мне было вот так, делала челку сюда, и все, девчата, и вот так. И вот так, и вот так, да. Вот так наверху, вот так, волосы. И все, девчат. А сейчас... Они такие стали сухие, что ли. Ну, короче, как-то вот так. Так что нету у меня интернета, девчат. Нету у меня интернета, до вторника не будет. А завтра понедельник. Вот такие дела. А знаете, как я ее поймала? Я сегодня утром встаю, смотрю, Томаса нету. Я же хочу котят выпустить. Думаю, Томас на улице. Выхожу на улицу. Томас. Я перенервничала, нету Томаса. Я не знаю, почему я домой зашла, туда-сюда, смотрю, что-то под одеялом у Кайтаньки зашла, поцеловала ее, смотрю, она что-то шевелится, я даже испугалась, смотрю, она вот так лежит, укрытая, и здесь я сбоку что-то шевелится, я вот так открою, а там Томас вот так на меня, я говорю, зараза. Девочки, они так друг друга понимают, это вообще пипец. Они очень друг друга понимают, они очень друг друга любят. Знаете, когда Кайтана дома, да, я там начинаю, Кайтана мне говорит, почему меня не слушает? Я говорю, знаешь почему? Потому что он знает, что ты его настолько любишь, что ты ему все прощаешь. Вот так же, как и я. Вчера она... Девочки, что я вам расскажу? Я вам показать не могу. Сейчас, подождите. Девочки, это было в пятницу. Проходит мой муж с работы и мне говорит, Гуня, ты мне не поверишь. Что я сегодня увидел? Я говорю, что? Он говорит, я сижу в машине, говорит, и что-то, говорит, 6 часов утра. И что-то, говорит, там смотрю в телефоне, вот так сижу, а у него машина большая. И слушаю, говорит, такой звук, папс! И думаю, ва! И в этот момент что-то я поворачиваюсь, и у меня телефон с рук падает. Он говорит, нет.
смотрю, стоит, даже имя говорить не хочу, моей дочкиной подруги мама. Есть же вот это столб, и на столбе там написан вот, так, вот, вот такой этот знак, да, что припарковать нельзя, туда-сюда, это столб вот так стоит. Она говорит, как об этот столб чокнул, ударилась бы так сильно. Я, говорит, хочу, говорит, выйти и подумать, да, она сейчас без сознания, наверное, упадет. Там такой был удар, говорит, сильнейший. Она, наверное, говорит, без сознания, говорит, упала, думал. Телефон с рук упал, говорит, я пока телефон взял, говорит, смотрю, говорит, она встает и идет, говорит. Прям, говорит, вот так. Девочки, я даже вам... И я, говорит, в этот момент беру, говорит, телефон, он, говорит, и на запись. Я взял телефон и на запись, но она спиной уже, говорит, ко мне. Так она вот так шла. И вот так мимо моей машины, пока я телефон взял, она идет, говорит, вся вот так, говорит, прям, вот так качается. Пьяная в доску, говорит, в доску. Она в какой-то подъезд так уперлась. Девочка, у меня даже запись есть. Но я не хочу показывать, почему, потому что я сейчас вам объясню. Вот так, говорит, уперлась, говорит, подъезд. Опять, говорит, раз, вот так, вот так, вот так, вот так, говорит, и дальше пошла, 6 утра. И мне проходит, и запись показывает. И моя дочка говорит, а ну, дядя, дай посмотреть. Так, так посмотрела, и такая грустная сразу стала, и пишет своей подруге, как дела? И она, это пятницу, и она говорит, так себе, нормально. Где твоя мама? Она пишет ей. Она говорит, не знаю. Она говорит, хочешь, пойдем погуляем? Моя дочка ей говорит. Она говорит, сегодня не хочу, настроения нет. Она говорит, давай тогда завтра погуляем. Она говорит, хорошо. Теперь мой муж сделал шабашку. Вот у меня в ролике выходит. Но уже этого ролика нет. Сделал шабашку. Сделал 170 евро в шабашку. Прошел и говорит, на, и дает 70 евро Кайтане и 100 евро мне. И говорит, ни в чем себе не отказывайте, купите, что хотите. Вот настолько правда. Она говорит, ма, я себе там что-то куплю. Настолько правда, девочки. Будьте здоровы, спасибо, кто сказал. Так вот, наступает суббота. Она говорит, тетя, я пойду погулять, дядя, ты меня отвезешь в магазин туда-сюда, возьмем с собой мою подругу, поедем в магазин. И теперь идет, и они ушли погулять туда-сюда вместе, и потом, вот как раз я телефон дала, это вчера в субботу было, я телефон отдала, чтобы он на квартире оставил туда-сюда. И это самое, проходит моя дочь и мне говорит. Я говорю, что ты купила? Она говорит, там одну юбку купила себе такую. Я говорю, а что ты ничего больше не купила? Смотрю, она там для выпечки. А, этот ролик тоже не выйдет, значит, да. Она сделала бисквит, девочки, я вам показывала, какой она бисквит сделала. У нее так хорошо получается, такой высокий, хороший бисквит она сделала. Этот. Сама же его и съела с моим мужем. Там чуть-чуть кусочек остался. Но я сказала, оставьте Гоше тоже чуть-чуть. Он Гоша любит. И это самое. И она мне говорит, тетя, ты знаешь, говорит, я, говорит, хотела сказать за ее маму, а потом, говорит, я, говорит, подумала, а что я ей буду говорить, ей же будет неудобно. Передо мной, не хочу, говорит, говорить. Так что, тетя, я тебя прошу, говорит, только, говорит, на видео не покажи это, хорошо? Я говорю, хорошо, но девочки, там такая взрослая женщина, такой ребенок у нее хорошенький. Я говорю, она мне говорит, а потом, говорит, мама говорит, денег нету у нее, а зато, говорит, всегда, говорит, на выпивку есть. Она так меня обнимает и мне говорит, какие вы у меня хорошие. Девочки, я сентиментальная, да? Мне вот ее слова до слез доводят, да? Вот она мне такое сказала, девочки, она мне говорит, вот видишь, она мне говорит, мне только 12 лет, она мне говорит, я, говорит, все прекрасно понимаю, как важна семья. Вот смотрю, говорит, на вас, она мне говорит, вот смотрю, говорит, на вас, я так горжусь тобой, тетя, ты такая молодец. Она мне говорит, и дядя, и ты. Вы, говорит, вдвоем такие молодцы, вы меня так любите. Ты же могла сказать, говорит она.
зачем такие деньги давать? Ты же мне вот недавно только 50 евро дала. Она все знает, девочки. Вот видите, все остается. Я думала, что девочки, вот знаете, вот такие вещи. Оказывается, когда твой ребенок постоянно нормально, в тонусе, да, вот счастливый, все, все не запоминает, девочки. Запоминаются какие-то фрагменты. Вот я у Адама спрашиваю, ты вот это помнишь? Не помнит, девочки, а он был большой. Я помню, что он хотел какие-то машинки там, вот какие-то вот эти красные. Есть вот мультик, да, сейчас он тоже популярный мультик, есть, дети любят. Он вот эти машинки хотел, их талавер. Талавери не было. И я с сестрой поехала в Мадрид, в Корт-Инглес. Там мне сказали, что в Корт-Инглесе в Мадриде есть. Мы поехали. Вот такая коробка железной машины. Вот такие маленькие девочки. Маленькие, я не знаю, там сколько их там. 100 штук, что ли, было. Вот такая большая коробка. Вот такие железные машины, там, чтобы гонки делать туда-сюда. У него были. Это я ему пошла, поехала, купила. И я ему говорю, ты помнишь, говорю, вот эти машинки я тебе поехала в Мадрид купила. Как он счастливый был, как он прыгал, как он радовался, как он здесь везде во дворе показывал. Смотрите, эксклюзивные, нету ни у кого. Там, я не знаю, их этот, не помню, говорит. Не помню. Представляете? Не помню, девочки. И вот Кайтан тоже что-то спрашиваю. Зато Кайтана помнит какие-то фрагменты, которые не нужно было бы помнить, связано с ее матерью. Я ее... Она тут игралась игрушками, да, и там у ее матери было, вот я просто с вами делюсь, ее матери было, там, видать, она взяла у своей матери золотое кольцо. И она игралась, и пошла на улицу с этим кольцом. Там игралась. И кто-то у нее это кольцо отнял из детей. Она хотела маме пройти сказать, и как-то вот так и забылась. Поняли, да? И теперь моя сестра раскинулась, нет кольца. А это кольцо ей на день рождения дарила, между прочим. Нет кольца. Она такое, знаете, девчата, там граммов 3 было, там много тоже не было. Там она любила нежные, понимаете, там такое тонкое и камушек. И я как раз прихожу к ней домой. Дочку обнимаю, сына обнимаю, а у них здесь такой скандал. Адам же тоже такой тяжелый был. И моя сестра говорит, это, наверное, твои друзья. А он приводил друзей и играл здесь в компьютерные игры со своими друзьями. Вот у меня вот здесь было кольцо, этого кольца нету. И она с ним ругается, и он такой говорит, нет, мы оттуда не вышли, они не могли взять туда-сюда. Короче, Адам заступается. И теперь моя дочь услышала это все, и она вспомнила. И она подходит и говорит, нет, мама, это не его друзья взяли. Это вот она-то взяла. И она говорит, как она могла взять, если она к нам домой не проходит? И моя Кайтана ей говорит, вот так, я, говорит, взяла, говорит, на улицу пошла, она у меня отняла. А там, не знаю, 2-3 дня уже прошло. И моя сестра ее стала ругать и шлепнула ее по жопе. Я сказала, ой, сестра, за какое-то кольцо что ты шлепаешь, сейчас пойдем заберем. И мы пошли, я с сестрой пошла и с ребенком пошла. И мать, что ли, вышла, или бабушка, что ли, вышла. Бабушка, мне кажется, вышла. Да, бабушка сперва вышла и сказала бабушка, да? Там, такого быть не может, чтобы она взяла. Я говорю, ну позовите свою внучку, да. И мать выходит с таким этим жаргоном. Что вы хотите? Вы еще будете называть мою дочку воровкой? Тогда, ну, допустим, моей Катане 5 лет, а этой девочке 7-8 лет. Этому ребенку 7-8 лет. И я как поперла на нее. А ну быстро, позови свою дочку. И девочке, ребенку говорю, здравствуй, моя дорогая, моя любимая. Вот так. Я говорю, ты у нее взяла это колечко? И Кайтана говорит, взяла. Она, Кайтана, плачет. Ее шлепнули. Плачет такая. И этот. И она говорит, да, взяла. Но я не помню, куда положила. И я матери сказала ее. Вот она у нее отняла. Вот это кольцо, я не помню, девочки, стольник, что ли, стоил в то время, да?
Я говорю, она стольник стоила, она вон там продается. Иди купи, принеси мне ее. За ребенка ты в ответе. А что ж ты не уследила? Ты что ж в парке была? Она такая, а что ж не уследила ваша там это? А она с Адамом была в парке в этот момент. Я сказала, а мне следить за своим ребенком не надо, потому что мой ребенок не украл. Вот так. И потом, в конце концов, отдали это кольцо, она вернула, потому что она шла, вернула. Да, она у них была, они просто не хотели возвращать. И передала, я говорю, скажи своей сестре, что я отдала. Базарная твоя сестра. И моя сестра сказала, так правильно. Ну, конечно, девчата, ну, может быть, я там нагрубила, и ладно, пускай Бог меня простит за это. И вот моя Кайтана говорит, хорошо, что ты была, она мне говорит. Меня мама так шлепнула сильно. Я говорю, да, прости, ее нервы, наверное, были, ничего страшного. О, девочки, я вам не говорила, да, что я у мамы золотые часы взяла и в Туркменистане в общественный туалет в дырку бросила. И мне, и мама, отец там начал ругаться, и мама сказала, это я виновата, я сама дала ей. Не надо было, говорит, мне давать, она маленькая была. И никто меня не поругал. Я думала, сейчас меня убьют там. Нет, нет, нет. Мы игрались, и там одна была девчонка, говорит, выкинь, 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 вот она. Тебя убьют за это. Я сказала, меня никогда не убьют, я любимая дочка. Я себя такую любимую чувствовала в детстве, девочки. Вот пока мы с Туркменистана не уехали, я себя, вот что такое полноценная семья, я себя чувствовала очень любимой. Очень. Прям вот сильно любимой. Не поругали меня, девочки, не поругали. Даже не поругали. А зато за яйца как меня избили. Я вам рассказывала, да? Моя мама пока с соседкой разговаривала, мы с ее сыном и с моей сестрой. У нас там вот такой большой этот яйца было. Мама там купила, я не знаю, сколько яиц. Я не знаю, для чего столько яиц. И он нам сказал, давай их посадим. И мы стали яйца сажать. И он нам говорит, нет, так не вырастут, надо их поломать. И мы стали ломать. Они пока игрались, и мы там ломали яйца и вот так закапывали. Я не знаю, ну, наверное, 60 яиц, 70 яиц пускай будет. Вот так было, много было яиц. Ох, девочки, ох, девочки. Первый раз ремнем меня отхлестали, первый раз. Вот это тоже помню. Наверное, мне годика 4 было, а мои дети ничего не помнят, девочки. Очень хорошо помню. 2 годика мне было. У нас же 1 год и 8 месяцев с моей сестрой, да? Моя мама ее родить, да, моя мама в Махачкале нас рожала. Ездила туда в Махачкалу, не хотела в Туркменистане. Для нее было важно, чтобы паспорт было написано, что рождена в Махачкале. Приезжала в Махачкалу. Уехала в Махачкалу, и мою сестру родила, но не знаю, сколько она там времени была. И приехала она, и я вот помню, девочки, как она во двор зашла. Мы лежали, там такой топчан назывался, такой топчан, мы там лежим, и вот мама заходит такая, сверток такой с сестрой моей, и говорит, это я, твоя мама. Я говорю, ты мне не мама. Мама была бы, ты меня настолько времени тут одну бы не осталась. Что тебе здесь было плохо? Я говорю, лучше. Очень даже хорошо было. За мной бабушка смотрела. Бабуля за мной смотрела. И тогда мой дядя Агаджан не был женат, мне кажется. Или был женат. Нет, был женат, раз мы у него. Я у них была. И потом мама меня забрала к себе домой. И, конечно, мою сестру. Я вам рассказывала, да, как один раз мама там жалуется соседке, вот, насчет моей сестры. Всю ночь плакала. А у нее, наверное, зубки шли. И мама ее в коляску посадила. Я говорю, мама, дай мне с ней прогуляться, дай мне с ней прогуляться. Я взяла коляску, а там возле нас такая маленькая канава. Я пошла и вот так эту коляску в канаву бросила. И сказала, все, плыви. Нам ты не нужна, плачешь много. И так, когда мы пришла, и мама говорит, где коляска? Я говорю, не беспокойся, уже проблему мы, я проблему решила, я ей говорю. И мама такая говорит, как решила, где?
Я говорю, он туда, я ее в канаву бросила. Как мама побежала. Хорошо, что эта коляска девочки вот так в воду не упал ребенок. Представляете, маэстро, в воду не упала. Я ее убить хотела. Нет, у меня в голове убить не было. Отправить ее водой туда, пускай плывет. Как она побежала, коляску вытащила. А коляска вот такая закрытая была, поняли, да? Вот люлькой как коляска. Она видит там. Мама ее оттуда вытащила. Короче, вот так, девочки. Вот такие дела. Вы меня извините, пожалуйста, что вот такой у вас блогер хороший. Но тогда я удалю эти уже они не спустятся, уже все. Раз их нету, этот, вот как было, так и есть. Убрать. Блин, так жалко, девочки. Такие хорошие ролики я сделала. Думала, сегодня 2 запущу. Короче, как-то вот так. Так что, извините меня, пожалуйста, девчата. Вот так. А мамаша, а? Вот мамаша, девочки, оставляет ребенка, свою дочку. О чем она думает, я вообще не понимаю. Она такую тяжелую, у нее же, она же вот недавно, девочки, в прошлом году чуть не умерла. Знаете, да, моей свекровь плохо стала, девочки. Вот представляете, да, такие взрослые люди, такой хороший дом у моей свекрови. Кондиционеры везде есть, да? Нет, она садится во дворе под шифером. Вот такой маленький телевизор тоже поставит. Там сидит и шьет в жару. Моя свекровь, мой свекор уснул там рядом вот так. И моя свекровь плохо стала, девочки. А она не поняла. Она просто без сознания на стульчике. И мой свекор проснулся и ей говорит, там что-то говорит, она не отвечает так. Он такой, хорошо, что там заловка рядом. Он начал кричать, заловка прибежала со своим мужем. Воду на нее чуть-чуть сделали. Этот, позвонили за 20 минут. Он говорит, если он так быстро приехали, говорит, сказал. Приехала, короче, скорая помощь. Вызвали они скорую, приехала скорая. Сказали, забрали ее туда, все анализы сделали, там проверили. У нее был вот этот упадок сил, да, это называется, наверное. Ну как можно, 47 градусов. Там под шифером, наверное, все 50. Почему ты сидишь там во дворе? Поругали мы ее тоже. Вчера ходили, у моей вчера свекрови день рождения было, а свекровь позавчера было плохо. А мы даже не узнали, нам никто не позвонил. Вот вчера мы пошли поздравляли, и она такая сидела. Ну, девочки, не знаю, может быть, из-за этого, может быть, из-за каких-то медикаментов, что. Она как будто уже была чуть-чуть такая странная. Ну, Контуаню, ты не месогра? 89 лет моей свекрови. 85 она говорит, но ей 89, девочки. Но она говорит, что у нее по записи неправильно, что она старше. Она так говорит, не знаю, насколько правда, насколько неправда. И уже такая, знаете, девочки, речь была, ну вот, странная чуть-чуть. Ну, 89 лет. За то, что я вам сон рассказала, вы сказали, он скоро уйдет. Дедушка, Адамочка, да, я тоже так. Сейчас зайду посмотреть, как они, что они. Сейчас куплю булочки, пойду их увидеть. Вот так, девчата, если что, короче, простите меня. Вот такой у вас блогер, девчата. Ну, ошибки у всех бывают. Я не волшебница, я только учусь. Так что вот так. Ну, откровенно вам все сказала. От души, девчата. Вот как есть, а что здесь из себя что-то строить, когда нет. Да, уже стала понимать больше, да. Вот, девочки, вы мне верите, да, у меня экран вот такой маленький. Я вот отцу сижу, я вот просто вижу силуэт свой. Вот здесь я белое вижу, красное вижу, вот платье, да. Своё вижу лицо, да, но вот конкретно лицо свое не вижу. Вот сейчас очки одеваю, вижу свое конкретно лицо. Вот без очков я вот так сижу, я только вижу пятно. Вот так. Ладно, сейчас развешу полотенце, которое этот поставила. Ну, там их спала суть надо было, и все. На быстрое поставила 20 минут. Так что, ну так, и домой пойду, девчата.